Дорогие братья и сестры, в эфире программа «Преображение», и сегодня мы расскажем вам о наиболее важных и интересных событиях, произошедших в жизни Ставропольской и Невинномысской епархии на минувшей неделе и предстоящих событиях церковного календаря. Пятого марта в Ставропольском дворце культуры и спорта завершилась церемония награждения городского конкурса «Женщина года». Яна Нечупарная, заведующая детским садом номер 3 «Ромашка» города Ставрополя. В 2020 году детский сад под ее руководством вошел в состав участников федеральной программы «Доступная среда». В церемонии награждения принял участие митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и глава Ставрополя Иван Ульянченко. Во время мероприятия всех женщин поздравил глава Ставропольской митрополии. От души сердечно сегодня поздравляю всех конкурсантов и считаю, что, как об этом уже говорилось, все вы победители. Все вы красивые, все вы талантливые. Как сейчас вот, когда вы отправились в Индию, как раз диктор говорил о том, что богатство в Индии исчисляется не деньгами, а исчисляется духовными ценностями. Так бы хотелось, чтобы в России всегда исчисляли богатство духовными ценностями. И, конечно, духовные ценности во многом находятся в руках ваших, дорогие женщины, дорогие мамочки и девушки. Женщина является основой, центром семьи. Об этом мы все прекрасно знаем, поэтому удар теми, кто хочет разрушить государство, народ, семью, идет в первую очередь на женщину. И раскрепостить скромность, стыд, женственность в женщине. Сегодня поздравляю вас. Конечно, я желаю вот этой духовной крепости, вот этого духовного богатства. Как недавно был фильм, мы здесь презентовали о духовнике святейшего патриарха Кирилла, отца Илии с Ярхимандрите. Так вот, он сказал, много он говорил, несколько было его интервью в фильме, и вот удивительную фразу сказал о том, что какой смысл жизни человека на земле? Вы знаете, он сказал совершенно простейшую фразу. Родившись человеком, остаться человеком. Вот я перефразирую немножко эту фразу и скажу о том, что мы приветствуем и бизнес-вумен, мы приветствуем и прекрасных учителей, мы приветствуем и замечательных спортсменов. Но самое главное, женщиной родиться и остаться женственной, и женственной остаться мамочкой. В этом году на звание «Женщины года» претендовали 65 участниц. Победителей выбирали в трех номинациях – «Женщина-хранительница семейного очага», «Успешная молодость» и «Женщина на высоте». Победительницы трех номинаций получили подарки от администрации города. В ходе мероприятия была отмечена жена священника, член Союза православных женщин в Ставропольском крае, многодетная мама Виктория Подсюк. Подсюк Виктория Владимировна! Виктория Батюк, мама трех дочек, волонтер, председатель уличного комитета. Вся семья помогает в организации мероприятий для инвалидов, выдачи помощи нуждающимся. Одна из дочерей – ежегодный участник паралимпийских игр, дуатлон, спартакиада. Родители и дети – активисты различных социальных и православных проектов. Участвуют в волонтерской жизни города и края. Труд семьи не раз был отмечен грамотами, благодарственными письмами и дипломами и другими высокими наградами. Ура! Ваши! Праздник! Шестого марта, в канун Мясопустной недели о страшном суде, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл совершил всеношное бдение в соборе святого апостола Андрея Первозванного города Ставрополя. Правящему архиерею сослужило духовенство епархии. Богослужебные песнопения исполнил хор Ставропольской семинарии под руководством Ермогена Гриценко. За богослужением молились многочисленные верующие, среди которых было казачество.
В завершении богослужения митрополит Кирилл обратился ко всем с проповедью. И церковь говорит о реалиях, что ждет каждого из нас, может быть, сию минуту, может быть, через час. И в конце концов, в том числе, о том страшном суде, на который предстанет каждый из нас. Святые отцы, конечно, пишут об этом очень много. И действительно, трудно представить, когда каждая мысль, деяние каждого человека будут явлены всему миру. Итак, порой человек подходит на исповедь священнику, как ему стыдно исповедовать свои грехи. А как же, когда эти грехи увидят наши родители, наши братья и сестры, муж, жена, дети. Весь мир увидит наши грехи. Поэтому церковь-то и создал Господь, чтобы здесь очистить, омыть молитвой, слезами, исповедью, святым причастием вычеркнуть эту мерзость, которую мы совершили по немощи человеческой слабости, по бесовской злобе, по людской злобе и наущению. Простите меня, отцы, братья и сестры. Бог прости, Владыка, прости нас. Седьмого марта, в неделю Месопустную, о страшном суде, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл совершил божественную литургию в Казанском кафедральном соборе города Ставрополя. Его высокопреосвященству сослужило духовенство собора. Богослужебное песнопение исполнил хор Ставропольской митрополии под управлением регента Елены Кирилловой. По окончании чтения Евангелия архипастырь обратился к верующим с проповедью. Сегодняшняя седмица, эта седмица называется воспоминанием страшного суда. Да, это страшные слова. И так люди не хотят слышать о страшном суде. Но ведь страшный суд – это тогда, когда закончится история человечества, и все люди предстанут, те, которые будут жить в это время на земле, изменятся и предстанут пред судом Божиим. Те, которые уже умерли за все времена. Но ведь для каждого из нас может наступить, да, и можно говорить, ну, когда это будет. Но для каждого из нас может наступить этот суд. И он наступит сразу после смерти. А когда она будет, никто из нас не знает. В прошлом году, в начале этого года, сколько мы намного больше похоронили своих близких. Это происходит на земле каждую секунду, каждую минуту в течение всего года. И это никто не остановит, таков закон. Церковь как раз создана для того, чтобы очищать здесь грехи через покаяние, через исповедь у священника, пред Богом, таинство покаяния, святого причастия. Но когда предстанем на суд, через что будет Господь спрашивать нас? Насколько мы достойны святой жизни с Богом или достойны вечного наказания? Третье воскресенье подготовительного периода к Великому посту именуется в православном календаре «Неделя о страшном суде» или «Неделя Месопустная». Первое название продиктовано тема евангельского чтения за литургией о будущем страшном суде живых и мертвых. Второе – предписанием церковного устава не употреблять после этого воскресения мясо. С 15 марта начинается Святой и Великий пост. И с началом этого Великого Святого Поста я всех и поздравляю. Великий пост и Пасха – это периоды, которые проходят весной. Весна – это время возрождения, тем более после морозной, лютой зимы со снегом, метелями, морозами –
и как каждое живое существо, включая птиц, животных, включая растения, ну и, конечно, человека, ждут весну. В духовном смысле святые отцы всегда называли Великий пост весной, духовной весной человека. И Великий пост – это время остановиться, если мы этого захотим. Церковь для этого делает все. С чудными богослужениями, с особым столом постным, с покаянным каноном Андрея Крицкого, с поклонами и длительными службами во время богослужений. Только лишь вот откликнуться на это огромное богатство, созданное в церкви и для праздников, и для постов, Великого Поста, и попытаться пройти этим путем. И тогда результат будет серьезен. Мы все в этой жизни понимаем, что нужен большой труд, чтобы получить профессию, чтобы создать семью, чтобы что-то создать для себя, для народа, для государства, в конце концов. Есть и такие люди, которые для всего государства создают великие или малые вещи. И для духовной жизни, для духовного совершенствования тоже нужен огромный труд. И вот в дни Великого Поста очень полезно этим трудом заниматься. А конец этого труда – это, конечно, праздник Святой Пасхи. Это праздник воскресения, воскрешения, возрождения. Самый святой праздник, который есть у нас в православной церкви, в православной нашей христианской жизни. И, конечно же, самое главное, что нужно нам для вечного спасения. С наступающим Великим и Святым Постом, дорогие друзья! Всем вам, дорогие братья и сестры, желаем помощи Божией и благословения на предстоящую неделю.